Всем привет, меня зовут Василий, ник на Poker Ability Теркин 83. Это запись видеоотзыва о курсе Poker Pro 2020. Я из города Уфы, с покером знаком очень давно, сейчас со времен Poker Strategy там, их полтинников. Ну, играл как бы не так много, так скажем, знаком-то знаком, но вот именно так, чтобы уделять прям игре, обучению, было как-то это так спонтанно и так накатами так накатило. Месяц-два поиграл, на полгода забыл, потом через полгода опять повторялось. И так большим результатом, в общем, не пришел за все это время. Ну, в основном искал в свободном доступе всякие материалы. Всегда думал, что сам смогу все это понять, включить там свою игру и там плюсовать, да. Но ушло на это много времени и не привело там к хорошим результатам, так скажем. А при этом, то есть, свое понимание игры и своя игра, она так укоренялась, да, в подсознании, там, в сознании, и, то есть, понимал, что что-то не так, что неправильно все идет, потому что результата нету. Заново искал материалы, что-то читал, смотрел, но опять там буксовал на месте. И не мог никак сдвинуться с мертвой точки, там с нуля. Ну даже сначала с минуса, да, потом уже в ноль, вышел уже хорошо. Много проходил курс, ну как, не очень много. С академией покера сталкивался, был не очень приятный опыт. Ну, не буду об этом рассказывать. На других ресурсах тоже много материалов изучал, смотрел, добавлял в игру, но все равно результат был около нуля. Вот по поводу обучения всем новичкам могу сразу посоветовать по своему опыту. Людям, которые только знакомятся с покером, которые начинают только там играть и у которых есть желание обучаться в этом направлении, прогрессировать, сразу лучше найти хороший курс там или тренера и учиться уже с человеком, который добился в этом каких-то успехов там и знает, что как делать, может подсказать. Потому что я все делал там сам, да, в своей шкуре все проверял, думал, я смогу, вроде там не дурак, и все пойму, и все добьюсь. Но ничего не получалось у меня, потому что мое понимание игры не было до конца правильным, то есть и не было человека там или людей, которые могли подсказать, что там это неправильно, это не так. И когда это продолжается на длительном периоде, да, это так заседает в голову, потом, то есть ты обучаешься, находишь новый материал, включаешь его в свою игру, и у тебя игра улучшается, ты начинаешь там показывать что-то, вроде все хорошо, но проходит период, и ты скатываешься обратно туда, то есть к тем принципам, концепциям, которые у тебя в корку, да, вшиты хорошо уже там конкретно. То есть вот эта ошибка играть по-своему, там по чульке, кто-то называет, и там по своим пониманиям, она чем больше вы так играете, тем больше она укореняется в голове. И потом очень сложно это оттуда убрать. И когда только ты расслабляешь, даже сейчас проскальзывает, когда там сессия длится достаточно там долгое время, начинаешь на автомате что-то делать, потом такой хоп, стоп, подождите, просматриваешь отдачу, думаешь, блин, что я тут творю, так вообще. А это как раз те штуки, которые там сидят у тебя на автоматизме, да, в подкорке, которые там кликаешь просто на кнопки, потом понимаешь, что это вообще ерунду какую-то делаешь. Так вот, чтобы такого не было, нужно сразу закачивать там программу свою, да, в свою голову, нужную, там, полезную, плюсовую, а не такую, которую там сейчас у большинства новичков. И то есть, чем быстрее это произойдет, тем быстрее будет рост. Вот.
Так, ну по поводу курса. Про курс я знал довольно давно, там в том году, я не помню, то ли первый курс в том году был, то ли еще до этого даже он был там. Вот только про 2019 я знаю то, что он там тоже в начале того года, по-моему, начинался. Узнал я, ну, с PokerAbility знаком еще дольше. Заходил частенько, там смотрел какие-то видео, стратегии почитывал, на какие был доступ, там, на что хватало. Так, про курс узнал я на стриме Алекса Земера, который тоже проходил этот курс в том году. Тогда он еще вел свои там стримы на YouTube. Потом начал смотреть стримы Петра Бумерта, да. Тоже мне нравилось, ну не то, что там как он играет, а простота какая-то его такая вот, ну, типа такой свой парень. Это подкупало то, что, ну, на других ресурсах как-то есть ощущение, что там все ради прибыли там или что-то в этом роде, что там человек может там на отстань, да, мягко говоря, типа там дать информацию, и ты типа давай делай. Тут как-то подкупало то, что ну, человек какой-то простой притягивал своей простотой в этом. В общем, в этом году решился я на участие в этом курсе. Ну, и не жалею ни капли, потому что все понравилось на курсе. Как вообще, как он построен, структуру там, как все по полочкам не разложили. Но, да, то есть у меня было знаний достаточно, но как это все структурировать, главное, как принимать решения за столами, там, как работать над игрой вне столов, тоже были общие там представления, а тут на курсе прям вот тебе говорят, вот делай вот так, 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 ежедневные задания выполняй, и все будет у тебя хорошо, да? То есть вот нашел картинку, как у меня выглядело до этого, до курса, да, принятие решения за столами, то есть там информация дофига, там, если угадал, да, куда, в какую сторону думать. Попал, попал, молодец, выиграл. Не попал, там, до свидания. То сейчас там у меня все там в голове структурировано и все разложено так, как надо, я считаю. Так, вот. Что понравилось на курсе? Понравились много таких, как аксиом, теорем, не знаю, таких фишек, которые там я себя законспектировал, надо будет перечитывать, я думаю, частенько. Там то, что покер это марафон, а не спринт. Да? Классная мысль, которая меня очень там так зацепила. Потому что я раньше старался выиграть каждую раздачу, старался выиграть каждую сессию, вывести в плюс. Ну, это, наверное, нормальное стремление, но каким образом это делал, там, то есть пытался привлекать любого оппонента, там, лишние колы, лишние блефы, все это приводило, конечно, к плохим результатам. На курсе, то есть это все ушло, ну, благодаря вот этим всяким таким глубоким высказываниям, там, да, там процесс важнее результата. То есть, ну, это процесс, имеется в виду, не процесс игры, там, да, важнее результата, а процесс обучения, когда, то есть, ты смотришь, вот, чем хорош курс, то, что ты сам все делаешь, то есть, тебя заставляют тут работать. Не заставляют, как бы, ну, ты понимаешь, что без того, что ты не будешь, без того, что будешь выполнять эту работу, ты не, ну, то есть ничего у тебя не получится. То есть, ну, если кто-то думает, что там дадут волшебную таблетку и там все будет хорошо, то, ну, такого не будет, таблеток таких не существует. Этот курс скорее волшебный пендель, показывает, как надо работать над своей игрой там и прочее. Сбился с мысли немножко, что хотел сказать. По домашним заданиям, ну, по разбору раздачи, вот, очень понравилось мне то, что ежедневно тебе приходится разбирать раздачи, хочешь не хочешь, там, чтобы штрафные баллы не схлопотать, нужно делать эту работу, и как она сказывается потом на игре, там, это, ну, реально заметно.
во Флабзиле там вот эти все разборчики подробные, письменные, которые там на каждый разбор не меньше получаса приходится там тратить, чтобы подробно все расписать и посчитать. Бывало, что там пишешь, до конца раздачи доходишь, потом такой, нет, все-таки не так, возвращаешься начало и все заново переосмысливаешь, пересчитываешь, передумываешь, меняешь там спектры, потому что там новые обстоятельства какие-то или что-то в этом роде. Ну, в общем, вся эта работа, которую ты проделываешь, вот этот и есть процесс, вот он важнее результата, потому что, то есть, если ты смотришь, ага, вот такая раздача, здесь надо было играть фолт, ага, все понял, клево, но это как бы не даст результата. Когда ты сам это все разберешь, вот именно пройдешь вот этот весь процесс, тогда вот в твоей голове и отложишь там, как правильно принимать решение там, в такой ситуации. Еще понравилось то, что разбили всех, да, на группы, там, по напарникам, по конфам. Это тоже очень полезный инструмент. Мы с ребятами там немного, конечно, собирались, мы постоянно переписываемся в Телеграме. Есть от этого большая польза, я считаю. Ну и думаю, что мы продолжим это делать, потому что есть интерес. Ну, с моей стороны, и, ну, как я понимаю, со стороны ребят, буду продолжать. Клевая фишка по разбору видео, вот это, я думаю, надо почаще практиковать, когда записываешь видео, и кто-то другой его оценивает, это очень полезно, потому что сам ты не видишь своих ошибок, большинство ошибок, а когда смотришь другую видео, кто-то смотрит твою, то, естественно, там сразу все всплывает, потому что каждый со своей колокольни, да, судит. Это вот тоже очень клево. Вот как раз конфа плюс видео, вот такие вот разборы. Мне кажется, очень клево вот так обмениваться, да, просматривать. Для новичков хочу, ну, прям посоветовать этот курс, потому что очень большой прогресс я заметил в своей игре, и вижу, как у других ребят там результаты. Даже, может быть, на коротком промежутке вот этого курса там результаты именно там в деньгах и в каких-то ББ на 100 там не так будет заметен, но в дальнейшем, я думаю, 100% принесет свои плоды. Так, ну по своим результатам покажу такую картинку графикой. В общем, начинал я курс, ну вот 8 февраля, да, начался курс, я там играл еще ML2, миксовал пятерку, рек ставил и зум двойку, потом потихоньку подключил, перешел на зум пятерку и рек ставил пятерки, потом потихоньку набил боин банкрол и перешел на десятку. Ну, в общем, что хотел сказать, использовал я агрессивный банкрол менеджмент по 17 боинов на лимит. То есть, когда у тебя 17 боинов верхнего лимита, заходишь, там тестишь, припрыгиваешь 2 боинов, возвращался на предыдущий. То есть, там, на 170 я зашел на десятку, 150 вернулся на пятерку. И пока не набьешь опять 170, ты играешь пятерку, ну и так далее. Ну, удалось пройти, получается, двойку, пятерку, десятку. Ну, понятно, что тут раздач очень мало. Нельзя говорить там, вот я прошел, да. Ну, цель есть пройти до там как минимум 0.25 и там закрепиться. То есть, ну, не важно каким-то методом, способом, если это на апе, то какая разница, да? Дошел, главное закрепиться на лимите. И то есть многие там говорят, вот подним лимит это там на 100 там больше раздачу. Показываешь хорошие винрейты, там, и тогда можно сказать, что ты побил, да, лимит. Ну, мне кажется, зачем это нужно? Сидеть там, откатывать 100 тысяч, и, да, вот я побил этот лимит. Когда можно так вот допрыгать, да, до 25-го, и, как минимум, там, и закрепиться на нем, там, пусть 3-4 ББ на 100, как минимум. И неважно, каким способом я туда дошел, да? Ну, мое мнение чисто. Ну, последнее время начал подключаться 16 лимит. Тут тоже более-менее пока этот все складывается. Ну, раздачи, конечно, мало, 5000 всего. Но
уже какая тенденция складывается. Ну, вот общее за весь курс по сегодняшний день я отыграл 73 раздачи с свинрейтом, да, 6 ББ на 100. Я считаю, это неплохой результат, если смотреть на то, что до этого у меня было где-то 1-2 ББ на 100, на 400 тысяч раздачи. В прошлом году я отыграл эту дистанцию, в начале года также. Ну и так, по графику, вот такой график, это ББ график, и получается набил я 47 боинов за, ну это уже после курса, курс был, получается, до 7 марта у нас, да? По сегодняшний день получается. Ну и в деньгах там то же самое практически. Так, ну в общем, всем, кто думает о том, проходить ли этот курс или нет, могу 100% его рекомендовать. Мне он очень понравился. Как вот именно эта работа, ты, получается, ты не работаешь. Ты раньше просто вечерком, да, после работы пришел, сел за компом, покатаюсь там, такой на расслабончике, думаю, сейчас я покатаюсь, я закатаю там и подниму баблишко. Но на самом деле из этого мало когда получается, да, я думаю, никогда не получается хороших результатов. Чтобы был результат, нужно работать. И вот на этом курсе как раз показывают и рассказывают, как это нужно делать. И это очень понравилось. Было, конечно, очень так все интенсивно. Понимая людей, которые там недавно знакомы с покером, то что для них это было, наверное, вообще тяжело. Я как бы, ну, многое знал из этого, из этих концепций, да. Ну, опять же говорю, там был бардак, который там сложно было там найти в нужный момент нужную информацию в своей голове. А на курсе как бы все четко было. Так, по поводу домашних заданий, по поводу разбора раздач, вот хочу еще вставить 5 копеек по разбору, как я это делал. То есть не всегда, конечно, удавалось, как сказать, вдумчиво там и в полном объеме это делать, потому что время всегда поджимало, потому что, опять повторюсь, высокая интенсивность. Но при этом старался я разбирать раздачи, которые именно вызывают вопросы у меня в игре там. Ну вот, например, да, стоило ли пушить на CFD на флопе? На флопе или на флопе. В общем, если во время игры у тебя часто возникает такой вопрос, то как бы вот прорабатываешь раздачу, там представляешь разных оппонентов, не обязательно там только против одного оппонента разобрал против одного, второго, третьего и понял, да, как тебе действует статус ВД на флопе. Ну, то есть выбираешь именно такие раздачки, которые полезны, которые у тебя вызывают вопросы, и тогда тоже очень сказывается это на результатах игры. В общем, хочу я поблагодарить всех создателей, ну, лично Петра Макарова, Анатолия Пилов, тренера, всех кураторов, помощников кураторов, там, всю команду Poker Ability. Было приятно. Очень все было классно, чувствовалась вот эта команда, много кто там отзывается, помогает. Мне это видно там не только по моим запросам, там я читаю блоги других участников, и там видно, как на любой вопрос там отзываются тут же ребята, да, из команды. Очень это понравилось, зацепило. Всем участникам курса спасибо, хочу сказать, ну, за то, что мы были вместе, прошли этот путь. Мы надеемся на дальнейшее там сотрудничество с Poker Ability. В общем, большое спасибо. Было очень приятно. Всем побед. Всем успехов за столами. Пока.